Скажите, доктор Фримен, если сможете, вы так много разрушили. Создали ли вы хоть что-нибудь? Можете назвать хоть одну вещь? Я так и думал. Это мы еще посмотрим. Он должен быть здесь. Смотри, гравипушка. Песик, отдай ее Гордону. Давай, бери гравипушку. Бери гравипушку, Гордон. Бери гравипушку, Гордон. Давай, бери гравипушку. Бери гравипушку, Гордон. Давай, бери гравипушку. Бери гравипушку, Гордон. Гордон, пёс тебе тоже рад. Уж я-то вижу. А теперь, пёс, подключи монитор. Свяжемся с папой. Думаю, он до смерти извёлся. Он был уверен, что я тебя не найду. Цитадель вот-вот взорвётся. Не знаю, как нам удалось выбраться. Всё, что я помню,
Брин падает. Страшный взрыв. А затем голоса в Артегонте. А потом пес нашел меня под завалом. Все так странно. Успеть бы. Это отец. Мы пытались связаться с ним несколько часов. Погоди, вот он узнает, что мы тебя нашли. Идем. Догай, ответь. Четкий сигнал. Есть. Папа? Алекс, где ты? Скажи, что ты успела покинуть город. Ну, не совсем. Что? Главное, мы нашли его. Ты нашла Гордона? Невероятно. Послушайте, вам нужно выбираться из города. Цитадель вот-вот взлетит на воздух. Взлетит, в этом нет сомнений. Наши датчики показывают стремительное нарастание темной энергии. Вся материя в непосредственной близости от вспышки подвергнется энергетическому воздействию, последствия которого я не берусь предугадать. Он наносит невообразимый ущерб. Клайнер, замолчи! Папа! Боже мой, Элай, прости, конечно, но зачем так переживать? Алекс давно вне опасности. А, вообще-то мы все еще в Цитадели. Господи, боже мой, но время на исходе. Ядро готово взорваться. Вы не успеете покинуть опасную зону, если только... Позвольте. Да, можно замедлить реакцию ядра изнутри. Нам надо войти внутрь? Да, внутрь ядра. Даже не думай об этом, Алекс, это слишком опасно. Уровень радиации внутри зашкаливает. У тебя есть костюм. Если мы придумаем, как попасть в Цитадель, мы Алекс, сможем... Алекс, нет! Но папа! Айзек, образумь ее! Мне жаль, Элай, но другого способа нет. Кроме того, мы сумеем спасти жителей. Мы справимся, папочка. Конечно, Алекс, конечно. Только пообещай. Пообещай, что ты не станешь рисковать жизнью без необходимости. Обещаю. Я люблю тебя. Я люблю тебя, маленькая. Я буду за тебя молиться. Не волнуйся. Скоро увидимся. Не волнуйся. Надо подумать, как вернуться в Цитадель. Пес, не поможешь? Спасибо, песик. Давай, пес, встретимся на той стороне гряды. Ого! Ну и высота. Только после тебя. Осторожней.
случился? Пес! Пес! Осторожно! Боже мой! Пес! Пес! Пес, ты цел? Ох, слава богу! Ты меня до смерти напугал. Будь рядом и помоги нам найти выход. Поверить не могу, что мы хотим туда вернуться. Это будет непросто. Ну, пес, что скажешь? Есть мысли? Хватит, пес. Это не поможет. Должен быть способ перебраться на ту сторону. Вот только какой? А если... Пес? Пес, куда ты? Он что, обиделся? А? Пес, что ты... Похоже, у него разболтались винтики. Берегись! Пес, ну это уже слишком. Что на тебя нашло, а? Зачем нам этот фургон? Погоди-ка. О, нет. Ты шутишь? А? Ну, Гордон, если у тебя нет других предложений, он все-таки робот. Он все рассчитал. Точно рассчитал, а? Ага. Беги отсюда как можно скорее. Найди папу. Не бойся, мы скоро вернемся. Ну, я тоже буду скучать. Обо мне не беспокойся. Скоро увидимся. Забирайся в пассажирское кресло. Давай, Гордон, залезай. Пес, давай быстрее, пока я не пере... Давай! Осторожнее, держись! Отличный бросок, пес! Иди, песик, уходи! Все будет хорошо, только... Что это? Держись! Давай сойдем, пока его не понесло дальше. Вам.
Всеобщая тревога. Внутренним группам стабилизации открыть автоклавы. Надо найти способ спуститься к ядру. Была бы карта. Начать диагностику. Введен. Обнаружен незначительный перелом. Обнаружен тяжелый перелом. Положение критическое. Пациент при смерти. Я отключу поле, и мы... Черт.
могу убрать поле. Ее что-то... Сталкер. Он удерживает его с той стороны. У нас нет времени искать другой путь. Только как нам тут пройти? Шаровые мины. Они помогут нам выбраться. Найди, где заканчивается этот желоб. Я придумала, как их использовать. Возьми шаровую мину и подай ее мне. Хватай шаровую мину, Гордон. Нарушение работы автоклава и защитных полей. Начать. Положение критическое. Пациент при смерти. Начать. Зарегистрирован нарушитель.
Отец научил меня перенастраивать датчики цели. Чуть-чуть переколбасит схему, и мина на нашу стороне. Держи так, чтобы я доставал. Поднеси ее сюда, я перенастрою схему. Готово. Она нестабильна, но продержится достаточно долго, чтобы уничтожить сталки. Отпускай. Она сама все сделает. Окей. Путь свободен. Идем. Начать диагностику. Резонансная сингулярность. Тревога. Резонансная сингулярность. Молодец. Вот это неожиданность. Бежим отсюда, пока сами не исчезли следа. Начать диагностику. Резонансная сингулярность. Thank you.
Уходи первым. Надеюсь, здесь есть что-нибудь полезное. Попробую узнать дорогу к ядру. Помочь вам получить землю, но мне нужна ваша помощь. Жизнь по ту сторону портала невозможна. Смените место назначения. Я не смогу там выжить. Слава богу, просто старая запись. Я в роли носителя. Да вы шутите, я же не могу. Ладно, черт. Попробую найти карту. Поспешите, он почти догнал меня. Вот. Что за черт? Резонантная сингулярность. Резонантная сингулярность. Сработала против. Это как раз надо выявить и скрыть.
Надо перебраться на ту сторону. Тревога. Неплохо придумано. Тревога. Зарегистрирован нарушитель. Thank you.
Начать диагностику. Резонансная сингулярность. Зарегистрирован Диагностику. Нарушение работы автоклав и защитных полей. Начать диагностику. Резонансная сингулярность. Зарегистрирован нарушитель. Резонансная сингулярность. Нарушение работы автоклав и защитных полей. Секунду. Есть. Начать диагностику. Резонансная сингулярность.
Начать диагностику. Начать диагностику. Регистрируйтесь.
Кордон. Стабилизации. Открыть автоклав. Запускай его, Кордон. Давай так же, как в прошлый раз. Гордон, кажется, мы пришли. Осторожно. Тревога. Зарегистрирован нарушитель.